Что ты хотела сказать? Звонили с Ютьюба, сказали, приезжай на очередной Хурал. Ага, спасибо. Весь годовой доход канала как раз и уйдет на эту поездку. Добрый день, друзья. Нашел на антресолях очередную коробочку. Вот такая вот коробочка интересная. На ней цена даже есть. Написано 264 тысячи. Куплена она была в прошлом веке в хоббийном интернет-магазине. Это был Conrad Electronic. Это такой интерком. Давайте заглянем. Тут все на немецком написано. Инструкция. Корейской фирмы Comax. Внутри две коробочки. Это не реклама. Я думаю, их уже давно не выпускают. Вот такая коробочка. У нее есть сетевой шнур. Одна и вторая коробка. Давайте поподробнее посмотрим. В общем, кроме сетевого шнура ничего нет. Но это не радиостанция в прямом смысле слова. И не проводная какая-то связь, а что-то среднее между ними. Связь осуществляется в высокочастотном канале с передачей сигнала по проводам сетевой розетки. И, соответственно, распространение сигнала по проводам осветительной сети. Естественно, два интеркома должны сидеть на одной фазе. Ну, из инструкции следует, что мощность сигнала 100 мВт. Достаточно для закачки сигнала в провода питания. По дальности не проверялась эта штука, но в рамках одной сети до счетчика порядка 50 метров связь нормальная. Не будем подробно ее разбирать. Кому интересно, задавайте вопросы. А так посмотрим практическое ее использование. Интерком установлен в строящемся доме и позволяет обеспечивать связь между стройкой и другим жилым помещением. Регулировки интеркома. В крайнем положении регулятора громкости выключено. И есть ступенчатый регулятор громкости на три положения. Раз, два, три. Есть три канала связи. Есть канал связи А, Б и С. С различными частотами для связи. Есть три кнопки управления. При нажатии кнопки «Lock» интерком переходит в режим передачи, то есть он можно использовать как радионяню. Можно вызывать собеседника, на другом конце будет раздаваться вот такая трель. И при разговоре, так как здесь полудуплекс, надо нажать кнопочку и говорить. И слушать ответ уже. С той стороны собеседник также нажимает кнопку и говорит. Если нажимать навстречу, естественно, связи не будет. Вот такая штука из прошлого века. И она рабочая и, в принципе, приносит пользу. Не забывайте подписываться на канал Секрет Мастера. Смотрите другие ролики. И не забудьте посетить сайт secretmaster.ru.